Прошлые выходные я ездила к Маше на дачу. Там она оборудует свою небольшую мастерскую. Маша рассказала мне о том, что хочет декорировать одну из пустых стен. Мы нарисовали эскиз на бумаге. Сейчас следующая суббота, и мы отправимся снова к ней на дачу реализовывать нашу идею. Посмотрим, что получится из этого. Что-то я не понял. А что еще испортили-то? Рисовали. Маша. В общем, красили, и сделав перерыв на чай, мы поняли, что немножко отошли от нашей концепции и немножко не того накрасили. Поэтому сейчас будем переделывать то, что нарисовали, будем перекрашивать дым. Я выхожу. Сейчас мы будем переделывать пузыри. Нет, пузыри. Причем пузыри? Что сказать? Переделать? Сейчас.